Новым персонажем передачи «Спокойной ночи, малыши» стал амурский тигренок по имени Мур, сообщил представитель Совета директоров ТРК «Класс» Александр Митрошенков. Поиски подходящего кандидата продолжались целый год, а среди обсуждавшихся кандидатур было много разных идей, в том числе волчонок, обезьянка, жираф и лошадка. Однако в итоге выбор пал на идею, подсказанную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, известной своей любовью к диким животным и, в частности, к краснокнижным хищникам. Новый герой, в отличие от остальных персонажей, будет выполнен в технике 3D-анимации.